Все же хорошо, что мы с вами живем не в средние века. Почему, сейчас расскажу. Ну а если когда-нибудь ваши дети опять начнут ныть о том, как тяжело им живется, покажите им это видео. Это сегодня ребенок маленький император, что в своей семье, что в обществе в целом. А в средние века к детям относились настолько по-другому, что французский историк, изучавший историю детства в различные эпохи, Филипп Арьес, даже пришел к выводу, что детей тогда вообще не ценили и не любили. Сегодня мы расскажем вам такие подробности о средневековом детстве, от которых вы будете в шоке. Почему детство в средневековье – это настоящий ад? Зачем младенцев поголовно отправляли к кормилицам? Почему смертельно опасными были даже колыбели? И почему спали тогда, сидя? Почему было нормой отдавать своих малышей на воспитание в чужие семьи? Исполнилось 7, выходи на работу? И неужели был даже специальный праздник, в который было положено избивать своих детей? И правда ли, что даже король Франции панически боялся роск? Но перед этим, друзья, меня всегда очень радует, когда в области истории происходят какие-то открытия. Это же может поменять ход мыслей на 180 градусов. Эти исследования как детектив, множество деталей и пустые места, из которых нужно воссоздать цельную картину. Поэтому меня всегда восхищали археологи и историки, которые изучают источники и работают с ними. Я считаю, что такой труд должен поддерживаться и вознаграждаться, и я была рада узнать о существовании премии, практически Оскаре в сфере просвещения. Ежегодно Российское общество знания проводит премию знания, в которой могут принять участие все желающие. Преподаватели, лекторы, учителя, блогеры, компании или даже СМИ. Компетентное жюри уже оценило их вклады и проекты. А теперь наша с вами очередь выбрать лучших путем народного голосования, которое продлится до 5 декабря. Я уже успела изучить несколько работ в номинации «История», а вы можете найти ту номинацию, которая вам ближе, и оценить ее. Более подробная информация по ссылке в описании. Торопитесь! Времени отдать свой голос осталось до 5 декабря, а ваше участие вносит вклад в духовное развитие общества. Когда сегодня заканчивается детство? По законодательству в 18. У некоторых и вовсе никогда. А вот в средние века оно заканчивалось в 7. В 7, Карл! В этом возрасте выживший ребенок уже считался маленьким взрослым, работником или работницей. В общем, еще одним кормильцем в семье. В бедных семьях их и отправляли работать и учиться в услужение к ремесленникам, ну или на воспитание. Причем работали семилетки наравне со взрослыми, а вот платили им меньше. Что уж говорить про средние века, если работающие дети 7 лет были нормой в Европе еще каких-то 3 века назад. Во времена бурного роста промышленного капитализма 7-летних детей заставляли пахать по 12-14 часов в сутки в душных помещениях. И никакого там перерыва на обед, мультиков, развиваек, английского и игр на свежем воздухе. Итак, 7 лет стукнуло, все, свободен, иди зарабатывай сам себе на хлеб. Но и до 7 дети не были этаким маленьким царьком в доме, они вовсю работали, только дома. Трехлетки уже убирались, помогали взрослым кормить скот, мыли посуду. Пятилетние малыши вовсю заменяли взрослых, приглядывали за младшими, вместе со взрослыми работали на полях. В исландских сагах нередко говорится даже о совсем маленьких мальчиках, которые мстили за своих убитых отцов. А еще в 7 лет дети были уже, в общем-то, и продолжателями рода. Еще несколько лет и пора официально жениться. Для девочек официальный возраст – 12 лет, для мальчиков – 14. Впрочем, знатных девочек и в 7 уже могли выдать замуж, хоть и без консумации. Были и такие случаи. В общем, настоящий ужас. Дети, лишенные детства. Полную уголовную ответственность, вплоть до смертной казни, дети начинали нести уже с 10-11 лет. Вот такое вот счастливое детство. Недаром некоторые французские исследователи считали, что сам термин «детство» в привычном нам понимании человечество открыло и осознало только в эпоху нового времени. А в средние века детству просто не было места. Это объясняет и полное равнодушие художников в средневековье до 12 века к этой теме. То есть никаких воспоминаний о счастливом детстве в средние века никому не светило. Как пишет историк Филипп Арьес, пребывание в семье и в обществе в качестве ребенка было слишком кратким и слишком незначительным, чтобы нашлось время или причина для его запоминания или пробуждения чувств по отношению к этому периоду. Вот так вот. В том, что касается интимной жизни, в средневековье дети тоже были подкованы с молоду. В средневековой Европе у простых людей кровати появились достаточно поздно, лишь в 14-16 веках, и долгое время бедняки спали в повалку. А в более состоятельных семьях, у которых были кровати, в одной постели всей большой семьей. Помните сказку про мальчика с пальчиком? Так теплее.
Такая практика существовала у всех сословий. Например, у ирландцев это выглядело так. Подальше от дверей, у самой стены, старшая дочь, за ней остальные девочки, посередине мать с отцом, дальше сыновья, а с самого края старики или гости дома. Интересно, что такая манера спать продержалась почти до 20 века. До наших времен дошли описания быта бретонских фермеров 19 века. Вся семья и их прислуга спали в одной огромной кровати, оставляя в ней местечко даже гостям. Вот так вот. Кстати, в одной из книг того времени автор описывает, как устроить такую постель для нескольких человек аж 3 метра шириной. А вот старинная кровать простолюдинов. Вам не кажется, что она, напротив, маловата? Да, все дело в том, что спали в то время в кроватях, полусидя, подложив под спину подушки, потому что считали, что в горизонтальном положении могут лежать только мертвецы. Ну а в позднее средневековье в Британии стали спать вот в таких шкафах. В нем было намного теплее, да и наконец-то можно было спрятаться от лишних, в том числе и детских, глаз. Впрочем, родители не особо старались отгородить своих детей от лишних зрелищ. Так собственных малышей водили на зрелище публичных казней. Считалось, что это очень полезное занятие, так как очищает от скверны. Ну и наконец, расскажу о том, что для нас звучит, совсем дико. Один венецианец в Лондоне в конце 14 века был просто поражен отношением англичан к собственным детям. До 7-9 лет ребенок рос у родителей, после чего его отправляли на воспитание в чужую семью, вне зависимости от социального и материального положения семьи. Да-да, собственную кровиночку выставляли из дома и отправляли к чужим, туда, где жалеть уже не будут. Этот обычай был невероятно распространен по всей Европе и сохранился даже чуть ли не до 18 века. Причем отдавать своих детей на воспитание чужим людям было принято у всех, и у бедняков, и у богачей. Ну а в обмен вы тоже должны были принимать в собственный дом чьих-то чужих детей, которых могли гонять и эксплуатировать. Так, в результате семья вообще никак не участвовала в социализации детей. Вы скажете, как же так-то? А просто считалось, что в чужом доме ребенок будет вести себя лучше, чем у родителей. Вот в 14 веке флорентийский купец Пауло из Чертальда советует. Если у тебя есть сын, который ни на что не годится, сдай его купцу, чтобы тот отправил его в дальние страны. Или сам отошли его к одному из своих близких друзей. Ничего не поделать. Пока твой сын остается с тобой, он не найдет себе применения в жизни. Аристократы отдавали детей на воспитание состоятельной родне или чтобы установить тесные связи между кланами. Горожане свое 7-летнее чадо отдавали в обучение ремесленникам. Бедным детям приходилось у чужих людей ох, как нелегко. В одном из писем мальчик жаловался. «Все удовольствия, которые я знал ребенком с 3 до 10 лет, пока был под опекой моих матери и отца, сменились муками и болью». Ну а что делать, если вы голодаете? В средние века был вполне себе распространенный способ продать своего ребенка. Представляете, какая дикость! Такое право за отцами утверждают, например, исторические памятники немецкого средневекового законодательства. Конечно, речь идет о крайних случаях, во время голода, например. Также дело обстояло и в саксонских городах. Как пишет все тот же историк Филипп Арьес, все дело в том, что у семьи тогда не было эмоциональной функции. Это не значит, что в ней не было любви. Напротив, с любовью встречаешься очень часто. Иногда после помолвки, чаще после свадьбы, когда любовь создавалась и поддерживалась совместной жизнью. Но подчеркнем, чувства между супругами, между родителями и детьми не были необходимы. Ни для существования семьи, ни для гармонии в ней. Если чувство все-таки появлялось, это был лишь дополнительный плюс. Судя по всему, редкий. В средние века в первые месяцы жизни умирало от четверти до трети всех детей. До 9 лет и вовсе не доживало около 40%. Как считают исследователи, из-за этого-то у родителей была такая странная черствость по отношению к маленьким детям. Уж слишком многие умирали. Люди не могли слишком сильно привязываться к тому, кого было так легко потерять. Это объясняет и слова знаменитого Мишеля Монтэня. «Я потерял 2 или 3 в грудном возрасте. Не то чтобы я не сожалел о них, но не роптал». Филипп Арьес пишет, кто-то мог переживать, но общим правилом было не обращать на это слишком большого внимания, ведь скоро на его месте появлялся другой. Ребенок в каком-то смысле оставался анонимным. Историки-демографы признают долго существовавшее безразличие по отношению к собственным детям. В семейных средневековых дневниках о детях и их смертях и вовсе упоминают крайне редко. И даже уже в более позднем по отношению к средневековью, 17 веке, одна соседка, жена чиновника, так утешала потерявшую ребенка подругу. Прежде чем они станут способны доставить тебе немало хлопот, ты потеряешь половину, если не всех. Согласитесь, странное утешение. Если вы думаете, что голод и эпидемии – единственные опасности, которые поджидали детей тогда, то опять же заблуждаетесь. Самыми частыми причинами смерти детей, судя по житиям святых и отчетам коронеров, были удушья, ожоги от кипятка и утопления.
А знаете, почему удушье? Матери могли просто заспать младенцев. И это не страхи молодых мамочек, а, похоже, суровая реальность. В средневековом пособии по отпущению грехов священнику рекомендовалось обязательно спрашивать прихожанок: «Не задавила ли ты своего ребенка во сне?» Некоторые епископы так яростно запрещали родителям брать младенцев в кровать, что это навело современных исследователей на подозрение, а не было ли это умышленным убийством. Серьезную угрозу для младенцев представляли даже детские кроватки. Зыбки подвешивали к потолку, в результате из-за неосторожности ли няньки, которая могла сильно раскачать колыбель, или по ее недосмотру младенцы часто вываливались из нее и разбивались насмерть или оставались инвалидами на всю жизнь. Это тоже был серьезный фактор детской смертности. А вот в знатных семьях, как утверждает монах-францисканец Бертольд Регенсбургский в одной из проповедей, детей поджидала другая опасность. Они часто погибали от переедания, так как многочисленные родственницы пичкали младенца едой, в то время как бедняки голодали. Впрочем, смерть сопровождала сознание средневекового человека с самого рождения. По поводу смерти ребенка, не достигшего 7-летнего возраста, даже не предусматривался траур. Вот уж точно, о времена, о нравы. А вот такое привычное нам восхищение и одержимость детьми у матерей, на взгляд исследователей, появляется лишь в эпоху Возрождения, что проявляется и в портретах женщин с младенцами, ставшими популярными в эту эпоху. А еще детство по-средневековому – это полный паралич. Бедных младенцев принято было очень туго пеленать, как мумий. Знаменитые доктора средних веков уверяли, что иначе ребенок будет неправильно развиваться. Распаковка младенцев полагалась строго 3-4 раза в сутки, не чаще, чтобы протереть тряпочкой для гигиены и снова туго запаковать в кокон. Да-да, вы не ослышались, протереть. Цитирую, если попка очень грязная, можно вымыть ее, протерев губкой или льняной тканью, смоченной небольшим количеством воды и вина, пишет в 1612-м Жак Гильем в трактате «Счастливые роды». Вот поэтому-то и смертность была высокой. Зачастую дети умирали, не дожив до года. Доктор Альдобрандини из Сиены в 1254-м в трактате «Телесный устав» рекомендует еще и перед тем, как замотать бедолагу, обложить ребенка лепестками роз и натереть солью, ибо ребенок приобретает любую форму, подобно воску. Такое тугое пеленание с солью было просто необходимо для будущей красоты ребенка. Считалось, что опытная няня, туго завязывая, буквально вылепливает из ребенка красавца. Процитирую того же Альдобрандини. «По этой причине вы должны знать, что красота и уродство в значительной степени обусловлены нянями». На взгляд другого средневекового энциклопедиста Бартоломео Английского, как можно туже пеленать детей нужно еще и потому, что иначе органы ребенка будут перемещаться внутри тела, поскольку не закрепились еще как нужно, и в результате окажутся не на своих местах. Вот такой вот энциклопедист. Но в довершение на бедных младенцев, которые так не могли даже пошевелиться, надевали специальные чепчики с дощечками, которые плотно прижимали уши к голове. Навряд ли приятно, когда твоя голова вечно сдавлена, как в тисках. А вот цвета одежды вас удивят. Процитирую средневековый источник. «Чистый белый цвет используется для всех младенцев, синий – для девочек и розовый – для мальчиков, если хочется цветного». Вот так, все наоборот. Таким правилам в Европе следовали вплоть до 20 века. Ну а еще дети до 6-7 лет не пользовались горшком. Вот тебе и гигиена. Еще один крайне странный обычай – отдавать своих собственных младенцев кормилицам. Даже когда средневековье уже давно закончилось, в 1780 году глава парижской полиции пишет в отчете, каждый год в городе рождается 21 тысяча детей, и из них 17 тысяч, абсолютное большинство, посылают в деревни кормилицам, 2 тысячи или 3 отправляют в дома для младенцев, 700 вынянчиваются кормилицами в доме родителей, и лишь 700 из 21 тысячи детей кормят грудью их родные матери. Вот такая вот статистика. Все дело в том, что врачи, оказывается, категорически запрещали матерям самостоятельно кормить своих детей грудью в течение 2 недель после рождения. Так доктор Бартоломео Сметлингер совершенно серьезно заявлял, что все дело в том, что молоко матери еще не успело настояться и приобрести полезные свойства. Мало того, оно могло быть даже ядовитым для ребенка. Представляете, какая чушь. Чтобы младенец не отравился, нанимали профессиональных кормилец из числа тех, кто выкармливал собственного ребенка минимум 6 недель, прежде чем займется вашим. Но если вы по неразумности своей все же хотите сами кормить своего ребенка, что ж, дайте отсосать ваше самое первое молоко волчице. Но если почему-то еще ей не обзавелись, на крайний случай собаке. Если животное выживет, то можете сами приступать к кормлению. Вот такая вот странная традиция. Итак, средние века – это никаких тебе Монтессори, раннего чтения и так далее.
Хотя один воспитательный прием был – избивать ребенка, и чем сильнее, тем лучше. Жуть! Вот в 12 веке рыцарь-крестоносец Филипп Наваррский в сочинении «Четыре возраста человека» советует: не следует выказывать ребенку свою большую любовь, так как он от этого может возгордиться и начать плохо поступать. А когда видит, что начинает плохо поступать, нужно его строго наказывать и побронить. А если он и тогда не угомонится, следует его хлестать плеткой. А если и это не действует, нужно его поместить в тюрьму. Считалось, что наказания несут исключительно целительную роль для маленького человека, так как отучают от плохих деяний. Какой ужас! Так историк 11-12 веков Гвиберт Нажанский, известный своими автобиографическими сочинениями, вспоминал: «Он, учитель, осыпал меня почти каждый день градом пощечин и пинков, чтобы заставить силою понять то, что он никак не мог растолковать сам». Интересно, что сам историк уверен, что это было полезно. Был даже день такой, 28 декабря, объявленный Днем Святых Невинных. В этот странный праздник родители были обязаны бить собственных детей. Да и на Руси знаменитый домострой запрещает даже играть и смеяться с собственным ребенком и подчеркивает: «Сына ли и Маши, не дошед в нити в юности, но сокрушай ему ребра. И не жалей младенца бия, если жезлом накажешь, его не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти. Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед». В результате детей просто так, для воспитания, нещадно избивали вплоть до 20 века. Не спаслись от этого даже короли. Так, тот самый король из трех мушкетеров, Людовик XIII, часто в ужасе просыпался по ночам, ожидая утренней порки, как в детстве. Когда в 8 лет его короновали, перед этим так сильно высекли, что он заявил: «Лучше я обойдусь без всех этих почестей, лишь бы меня не секли». Представляете? Вот такое вот детство на средневековый манер.